achieved with CryEngine 3. Так жаль, Клэр. Жаль, Майкл, тебе не о чем жалеть. Никто не смог бы сделать больше. Прости меня. Конечно, да. Хорошо. Тогда все хорошо. Все хорошо. Клэр! Клэр! Все. Псих. Псих, я сожалею, но у нас нет времени. Нужно найти еще один СВВТ. Сейчас же. Псих. Не называй меня так! Нам нужно отключить этот чертов энергетический луч, псих, или все погибнут. Ты понимаешь? И что мне с этим делать, а? Я Майкл Сайкс! Я всего лишь человек-пророк! Я не смог спасти даже одну единственную жизнь! Всего одну! Ты эгоистичный скот, ты не понимаешь. Раш прижал меня тогда. Держал в заперти из-за долбанного костюма. Если бы ты его носил, это погубило бы нас всех. То, что ты был человеком, спасло нас. Мы все люди, псих. Мы все сражались. Ты и я. Номад и Шут. Все мы. Мы сражались, а не долбанные нано-костюмы. Остались только ты и я. Мы можем все изменить. Последняя миссия. Думаешь, она бы хотела, чтобы ты все бросил вот так? Всем каналам! Гриф Повстанец 4! Просим поддержки! Пилот убит, мы на земле! Под огнем цефов долго не протянем! Пси... Майкл, чтобы ты понял, это будет бойня. Совершенно верно, мать твою. И бойню это учиню я. Все верно, босс. Мне не нужен костюм. Не нужна техника. Мне только бутылка нужна, верно? Нейтрализую артиллерию, и я пригоню СВВП. Давай, бро. Это еще не конец света. Пока. Увидимся на той стороне. От максимальной мощности. Спутник Велла-3 засек излучение Хокинга на расстоянии 1,2 арки. Данные телеметрии указывают на формирование белой линии. Пророк, это командование Вино. Мы приняли твое сообщение. Думаю, мы сможем помочь. Сопротивление цепов... Ай, черт, оглянись вокруг, это же сраный цирк! Командование Вино. Буду краток. Я уничтожу этих цепских 3А. Любая помощь приветствуется.
В противном случае не мешайте. Понял, пророк. Наши СВВТ тебя прикроют, если ты расчистишь центр.
свободном режиме. Дай сигнал, и я его посажу. Хорошо. Это мозговой центр питания. Если я присоединюсь к источнику питания артиллерии, то смогу ее контролировать. Двигаемся к следующему ТРИА. Понял. Держу позицию. Жду сигнала. Хорошо. Мы их разбудим. Приближается десант. Thank you.
гравитационное искажение указывает на горизонт менее 10 микрометров. Всем частям! Это повстанец Гриф-1-9! Мы сбиты! Срочно нужна поддержка, иначе нас поджарят! Ромок, это Ромео-ИД-6 ПМП! Слышали вы в этой зоне? Мы в большой куче дерьма! Любая помощь от вас будет кстати! Thank you.
Держи ровнее, пророк. Я иду. Тройной асбит. Перехожу к удержанию позиции. Отличная работа, Майкл. Двигаюсь к следующей цели. Внимание, у цефов подкрепление. Thank you.
Народ, командование Вино. Мы вас прикрываем. Уберите следующий тройной А. Всем частям, основной агент нуждается в поддержке. Атакуйте по необходимости. Прием. Thank you.
Пристегнитесь поплотнее. Мне кто-то сел на хвост. Можно мне немного? Привет, ребята. Окей, я проскочил из здания. Держи их немного. Это обычно работает? Ни малейшего понятия. Сбрось его с хвоста. Маневр в уклонении. Не надо мне это. Мой прав радио металл в перехватчике на слов. Thank you.
меня одни тревоги по всей приборной панели. А как там сзади? Много очагов пожара. Сильно повреждена. Не дотянет. Да, не рискнул сажать на землю. Выжму, что смогу. Посмотрим, может, дотянем до здания Люсхаден. Оттуда должен быть хороший вид на луч. Хороший план? Сделаем это. Почти все. Ну же! Давай! Я думаю, мы дотянули. Займись двигателями, я их задержу. О да, сэр, мистер Бон. Я тут буду развлекаться на полную, пока вы выносите инопланетян. А этим я сюда и пришел. Еще не готово? Да, я просто помалкивал про это. Ты так хорошо проводил время. Нет, потому что я еще не починил ее. Думаю, что ты дай мне еще немного времени. Thank you.
это, черт возьми?